Вчера простоял 5 часов ровно на Тихоокеанской возле Политена. С заглохшей машиной на морозе 5 часов сидел в холодной машине. Накатом катился. Ну а что делать? Домой не уедешь, машину не бросишь. Да, вон канистры. Возьму двадцаточку, ну а куда деваться? На работу-то надо ездить. Да вот мне позвонили, сказали, что здесь есть знакомые. Приехала, все закрыто. Ничего нет, не знаю, куда ехать. Они бы налили 92-й, вот, но пришлось ждать 2 часа, пока сольется бензовоз. Как слился бензовоз, тогда дали уже без этих топливных карт бензин, уже продали. А так 2 часа стояли. Ну, вон, Lexus дотолкали. Да, звонили, у меня пропущено, это час назад, наверное, звонили. Да, так, вроде бы не звонила никому это. А вы кто? Я не знаю, может быть, по объявлению, там, может, бензин нужен был. Что? Может, бензин вам нужен был, нет? А, понятно. Да, хотели узнать, вы продаете еще бензин? Да, сегодня будет, после 5 часов вечера. После 5 только. А стоимость какая? 100 рублей. 100 рублей, да? Понятно. Дешевле не, да? То есть вне зависимости от объемов там, да? Нет. Хорошо, ладно, спасибо, будем иметь в виду, спасибо. Смотрите, если что, нужно вообще заранее заказывать, потому что мы сейчас обзвоним людей, кому нужно будет, и если кому надо, ну, то есть, получается, всего будет литров 300-400, получается, то есть небольшой объем. А заранее это за сколько? Ну, заранее, вот сейчас я обзвоню, если продам тем, кому, кто ко мне звонил, 400 литров, то, значит, вечером уже не будет бензина. Угу. Как только у нас начался ажиотажный спрос и резервы начали иссякать, мы запросили у правительства России в Росрезерве дополнительный бензин. Сегодня ночью первый состав прибыл и выгружен, и 401 тонн поступили в продажу уже. Мы ожидаем в ближайшие дни дополнительные составы. Кроме того, ННК запустила производство бензина. Первые 500 тонн с Хабаровского НПЗ свежего бензина уже поступили в розничную сеть. Завод выходит на мощность по 1000 тонн бензина каждой марки уже в ближайшие дни. И кроме того, дополнительно мы ожидаем еще составы из Росрезерва, которые сразу же будут поступать в розничную сеть на Хабаровские заправки.